10 мая в Большом зале Саратовской областной филармонии имени Шнитке состоялся концерт архиерейского мужского хора Саратовской митрополии под управлением регента Александра Занорина. Концерт был посвящен 70-летию Великой Победы. На центральном экране Большого зала филармонии икона Воскресения Христова. Архиерейский хор приветствует всех собравшихся стихирами Пасхи, песнопениями, которые возвещают о самой главной победе – победе над смертью. В первых рядах зала, конечно же, самые дорогие гости – ветераны Великой войны. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин поздравил ветеранов и всех собравшихся. Память о победе, хоть и не религиозная память, память патриотическая должна всегда оставаться с нашим народом. До тех пор, пока она есть, эта память, до тех пор, пока мы ощущаем себя наследниками тех наших предков, которые не побоялись положить свои жизни за свое отечество, за своих близких, мы останемся не просто единым, но великим народом. И это очень важно в связи с теми событиями, которые сегодня происходят в мире. Мы всегда должны быть готовыми к самопожертвованию, мы всегда должны быть готовыми к тому, что нам, возможно, придется переносить какие-то испытания, какие-то трудности. Эти испытания переносятся прежде всего теми, у кого есть крепкая вера в Бога и у кого есть такое очень важное человеческое качество, как готовность к самопожертвованию. Вот эта готовность всегда должна быть с нами. На ее заступничество уповали солдатские матери, отправляя на фронт своих сыновей. Именно Божия Матерь знает, каково это – пожертвовать своим сыном. И поэтому в страшные годы войны к ней возносились самые горячие молитвы. Потом зазвучали суровые раскаты главного гимна Великой Отечественной «Священная война». Эту песню-призыв зал слушать стоя. Под аккомпанемент ансамбля русских народных инструментов «Лель» архиерейский хор исполнил знаменитые песни военного времени «Враги сожгли родную хату», песни защитников Москвы «На солнечной поляночке», «Ехал я из Берлина» и многие другие. Благодарные слушатели дарят в ответ свои аплодисменты и цветы. Ну а заключительную легендарную песню «День Победы» зал снова слушает стоя. Thank you.